Всем привет, друзья! Сегодня будем делать полезную самоделку из обычной пластиковой канистры. Если у вас нет под рукой такой же, как у меня, то досмотрев видео до конца, вы поймете, что для этой самоделки подойдет практически любая канистра. Так что погнали! Итак, у нас получился отличный ящик для инструментов, на изготовление которого лично у меня ушло минут 10. В этот ящик свободно помещаются для определенной задачи нужный инструмент. Например, если надо что-то пойти замерить, отметить и закрутить, то просто насыпаем в съемные банки шурупов, вешаем рулетку, кладем шуруповерт, накидываем карандаш, маркер, нож и вперед за дело. Причем вид и размер канистры не особо важен, если проявить фантазию. У меня получилось вот так.
а банки легко снимаются и меняются на другие с другим крепежом или метизмами для определенной задачи. Напишите в комментариях, как вам такая самоделка, что вы думаете по этому поводу и какие еще полезные штуки можно сделать из пластиковой канистры. На этом все. Если понравилась идея, то поддержи меня лайком, подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Всем хорошего настроения, всем пока!